Власти Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста Джамаля Хашогджи. Риад утверждает, что мужчина был убит в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле, куда отправился 2 октября. Генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд Аль-Муаджиб сообщил, что ведется расследование. Под следствием находятся 18 человек. Риад обещает наказать причастных к смерти журналиста по всей строгости закона. Комментируя заявление Риада, президент США Дональд Трамп сообщил, что не хочет отказываться от сделки по продаже вооружения Саудовской Аравии. «Саудовская Аравия всегда была прекрасным союзником. То, что случилось, недопустимо. Но я бы предпочел, чтобы, отвечая на инцидент, мы не прибегали к отмене сделки на 110 миллиардов долларов, что означало бы потерю 600 тысяч рабочих мест». Тем временем полиция Турции ведет поиски останков Хашогджи в лесу близ Стамбула. Правоохранители прочесывают лесной массив в районе города Елова. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, именно туда направился автомобиль с дипломатическими номерами, покинув саудовское консульство.